Это только репетиция. В программу конкурса профессионального мастерства включены два подвижных проекта – скандинавская ходьба и танцы. И то, и другое очень популярно среди людей серебряного возраста. Ничего сложного нет, главное соблюдать технику. Скандинавская ходьба способствует понижению давления, снятию стресса. Вы хотя бы попробуйте, минут 5 в день походите и почувствуете разницу. Ну а что говорить про танцы? Они все так же популярны, и программы не отстают от моды. Показать, что поколение старше, что они тоже могут, не отличаться от молодых, тоже хорошо двигаться и танцевать. Предложить социальные работники могут многое, но главное – это душевный контакт. Конечно же, социальный работник – это в первую очередь помощник. Помощник человеку, который ограничен в своих возможностях. Социальный работник – это гораздо больше, чем близкий друг, товарищ, а может быть даже и практический член семьи, потому что он помогает душевно восстановиться, поддержать, подсказать в нужную минуту, как правильно себя повести. Это люди, которые действительно способны дарить добро. Особенность этого года, что в жюри конкурса вошли руководители общественных организаций, с которыми активно сотрудничает Управление социальной защиты. Их оценка социальных работников особенно показательна. Работа очень тяжелая, потому что с людьми работать всегда тяжело. А в такой обстановке, когда общения не хватает, ну, я имею в виду, предыдущий год был, вот, здесь, конечно, вообще, можно сказать, военно-полевые условия уже. Вот, поэтому новые подходы надо искать, новые методы самим разрабатывать на ходу. Поэтому, я думаю, девчонки справились. Конечно, конкурс чем-то похож на игру. Но за пределами конкурса начинается жизнь со всеми ее заботами. И каждый день надо нести людям надежду. Это главное для настоящего социального работника. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.